Мы живем в 5 минутах хода, и если через маркет в 10, но в суровом ритме дом работа, и видимся всего лишь по сети. На диванах мягкие подушки, к телеку протоптана тропа, в мониторах ждут друзья-подружки, сутками рисуя всю компа. С днем рождения ты рисуешь торти, он не портит щелочной баланс. Разрываешь форумы о спорте, по сети играешь в преферанс. Странно через окна ходишь в гости, смайлик шлешь, и хмурый день светлей. Расколдуйся, закопай свой джойстик, мышку нежно скотчами заклей. Срочно выходи из интернета, из 20 каналов на ТВ. Посмотри в окно, в окошке лето, удивись и все его лови. Измени маршрут у дом работа, погоняй с собой в природе пыль. Ты ж пока в онлайне жил 2 года, сэкономил на автомобиль. Вырви провода, купи газету, отмагнить мобилу от ушей. Ничего на свете лучше нету, чем живой контакт в кругу друзей. Сыпать возражениями не нужно, ждем в субботу, жечь начнем в обед. И до воскресенья, потому что на 2 дня у нас отключат свет.